Столица Азербайджана стартует Бакинская энергетическая неделя. Сегодня с участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия 28-й международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия». На мероприятие было зачитано обращение президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена к участникам выставки. В нем говорится, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения на глобальном уровне. Также отмечается, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать достижение устойчивого мира в регионе. Это будет способствовать процветанию и стабильности на Южном Кавказе для будущих поколений. «С нетерпением жду нашего сотрудничества и в ближайшие годы», говорится в обращении Байдена.